Ну что ж, здорово, народ, с вами Макс. И значит, все что-то строят, какие-то столы делают столярные, большие, мощные. Что-то я решил тоже заморочиться и сделать себе стол в мастерскую сюда. Значит, делать я буду из бросового материала, из говнопалок. То есть вот говно, ну и палки, оно же говно. Это крышу перекрывали где-то. И я набрал палок таких вот, брусков разных. И вот из них буду мастерить стол. Основную часть, конечно, я буду делать в музее внутри, потому что ну, погода, во-первых, это раз. Во-вторых, там надо уже по месту будет ставить. Из-за того, что все бревна, они тяжелые. Это 50-ка и выше, там до 80-ки есть даже бревна. Не бревна, а доски. Вот, значит, основную часть, конечно, я сейчас нарежу здесь. Просто все дело переместится вовнутрь по причине того, что когда это начнет все соединяться, монтироваться, стол будет тяжеленный. Просто тяжеленный, не такой, можно сказать, неподъемный для одного человека. И придется работать уже на месте и соединять все, скреплять на месте. Ну, в принципе, что? Вот так вот сейчас я еще быстро бегу, окину, вот, что я на 3 прицепа привез этих бревен, досок, палок, брусов, вот, всевозможных. И из них буду делать стол. Ну, поехали. Вот, часть, это я еще прикрыл от дождичка, думал, дождичек пойдет. Ну, примерно, чтобы оценить масштаб трагедии. Вот они все. Вот. Ну, такие массивные очень даже вот. Вот эти, например. Очень мощные такие вот, прям пятерка, не меньше. Вот, как половая доска. Ну, вот из этого я буду городить себе стол. Взял побаловаться вот такой инструмент. Чисто попробовать, как она работает. Значит, стол 1,60 м. Быстренько зачистил для того, чтобы посмотреть. Здесь еще есть дополнительные гвозди, которые нужно вынимать. Плюс сейчас убирать борта, чтобы не было щелей, подгонять друг к другу. Вот. Сейчас этим буду вопросом заниматься и уже постепенно буду показывать, что у меня получается со столом. Ну, в принципе, смотрим. Ну что ж, подготовил 4 ножки. Сейчас попилю их по 75. Либо 70, не помню сейчас точно. 4 ножки. И поперечины уже на сборку пойдут. Метровые. Вот эта доска. И вот это вот уже на сбор вместе с ножками пойдет. Значит, вот в куче еще есть материала. Буду делать это. Ну, как пилю и зачищаю, показывать я не вижу смысла, как это все делать. Буду показывать уже сам процесс сборки, что получится.
Пиум. Так, ну что, доделал стол. Вот стол рабочий, значит, будет здесь он у меня служить верой и правдой. Бабахнул я его на саморезом. Вот, по три бабахнул. Вот, он нужен он мне для именно работ, большие работы делать. Делал я его, значит, в паз, ласточкин хвост. Вот, ну, сейчас я покажу это. Здесь не стал выравнивать, он такой у меня грубый, даже где-то местами, значит, с выступами, не стал я обрезать ничего, покрыл материал макко на водяной основе. Так, вот, опыта у меня немного, ласточки на хвоста, ну вот, заподлицо сделал. Да, есть кое-где там кое-какие щелки, зазоры. Вот здесь, значит, вот так вот, в принципе, основа собрана у меня без каких-либо гвоздей, саморезов, там, болтов, гаек. Вот это все посажено именно в паз. Вот это все. Только крышка стола уже сделана именно на саморезы. Для чего? Для того, чтобы можно было, если что, поднял, выкрутил саморезы, разобрал его, ну, в плане, повыбивал все и вынес, грубо говоря. Вот из-за этого не стал я сажать на чопики, клеить. Да, не подгонял, прям как вот подгоняют все мастера суперские, там, чтобы ни щелочки не было. Да, есть вот щелочки кое-где. Вот, он даже прям вот, если так смотреть, даже вот здесь вот куска нет, отскочил. Вот, из говна и палок делал. Вот если вот так смотреть, вроде, вот она, неровности такие есть. Пацаны уже на нем пиво пили, вот. Хорошо по столу кулаком стучать. Ну, довольно-таки тяжелый получился. Одному проблематично будет перенести стол. Но он все-таки рабочий. Он не для понтов. Не как все делают, там, покрасоваться, сказать, вот какой я классный мастер, сделал вот такой ништячный стол. Именно стол в мастерскую. Ну, в принципе, все.